Всем привет! Сегодня мы будем глушаки ставить на каракат. Нашел я тут яловские глушаки. Вот такие старенькие, правда, все уже дырявенькие. Внутри там тоже, по-моему, ничего нет в них. Сейчас разберем, посмотрим. Вот я тут один прикинул. Маленько на раму здесь ложится. Но это я сейчас хочу здесь его порезать. И немного кверху подогнуть. Как раз здесь распрямлю. Даже разрежу совсем. Сделаю немножко помоднее глушаки. Покрасивше. И приварю здесь намертво. Не буду. Конечно, сюда бы гофрочку бы варить. Но пока у меня нету, ладно. Пока сделаю так. Пойди, не разобьет совсем. Потом если что, переварю. Все, приступим к работе сейчас. Вот я разрезал глушитель. Вот так. Немножко сейчас под углом варим. Также и второй. Получается, как раз крепление там новое сделаю под него. Тут как раз хорошо получилось, есть выемка. Разрешитель. Вот под эту трубу будет. Вот так вот. Примерно вот так получится. Но они на мотоцикле, я думаю, неплохо будут смотреться. В таком положении глушителя. Так что сейчас будем варить. Еще тут одна интересная вещь обнаружилась. Разобрал оглушители. И тут стоял вот такой вот резонатор. Вот так собранный. И вот сюда вот так вкручено. В общем, получается, что это. От родного только вот эта часть осталась. И вот эта крышечка. Все, больше тут родного нет. А вот это, как я понял, ижевские. Причем с двоечных глушаков. И стоят кверх ногами, что интересно. И вот так, вот так. Так что тут еще придется мне маленько покумекать с резонаторами, сейчас вот буду думать. Но я хочу все-таки развернуть их, как положено. И где-то здесь надо мне будет сделать. Там, соответственно, никаких перегородок ничего нету. Ну, тут, может, не видно. В глушителе. В общем, толку от этого резонатора никакого. По сути, только вот эти дырочки. Это весь резонатор. Поэтому сейчас где-то вот здесь я сделаю перегородку. Может даже две. Надо на ижевском глянуть глушители как. Вот так вот. Так что тут не так-то все было просто. Яловские глушители эти поставить. И здесь я, наверное, маленько переделаю. Хотела сделать приварить жестко. Скорее всего, наверное, кусок я вварю от яловского колена, кусочек. И, ну, как положено, как у явы будет. Тык. Здесь подмотаю. Разбит колечко сделаю. Пока, может, временно. А потом, может быть, вместо этого кусочка гофры возьму, вварю гофры. Уже намертво. Потому что здесь все-таки надо, чтобы играло. Он сам мотор немного двигается. Ну и тут есть, конечно, движение. Так что вот такая вот получается кухня. Получится у нас глушак сборная. Яловская банка. Ижевские потроха. Резонатор. Что за звук будет, еще интересно, конечно, послушать самому. Я надеюсь... Услышим, пойдем. Притащил вот я ижевский глушитель. Сейчас разберу его, гляну, как у него там резонатор. Потому что в тех что-то дырок насверлено. Я вот тут прикинул так его немного, как вот он стоял. В принципе, он бы встал сюда хорошо, без всяких даже переделок. Но этот глушак я хочу оставить. Двойку вот эту буду собирать. Такие они вроде более-менее.
Так, сейчас посмотрим, что там внутри. Вот я разобрал. Ну там перегородка. Ну, в принципе, что я хочу сделать. Больше-то там и нет никаких сильных перегородок. Она получается одна. Вот в этом месте где-то. Что-то. Вот она. Такая. Тут небольшая. Даже не перегородка, она как щель идет. Вот так вот. Вот в этом месте мне надо сделать. И на этом. Так. Получается у нас вот так. Ну а дыр тут на сверлину лишний. Хорошо, прям так. Тут он нафигачили. Со всех сторон, все, что можно было. Примоток сплошной. Тут получается идет сюда, возвращается через ущель. Выходит сюда. Заходит внутрь газа. Разворачивается, выходит сюда и пошло уже наружу. Все, тут конструкция-то простая. В принципе. Ладно, смотрите. Разобрались вроде мало-мальски. Будем пробовать делать. Вот одну перегородку я сделал. Как раз лишние вот эти дырки. Закрою. Сейчас прямо здесь я ее приварю. Ну тут, может, прихвачу, обожму. Сейчас на вторую сделаем так же. Так, вот мы одну сварили резонатор. Ну так, подварили. Вот будем здесь вымерять. Заварили вот лишние дыры тут. Ну, тут закрыли, сейчас здесь маленько обработаем. Здесь вон все эти насверлены. Здесь. И сейчас нам надо сделать, чтобы у нас длина совпала как надо. Так, а что бы нам тут придумать-то, чтобы у нас шел выхлоп правильно? Вот здесь вот. Что бы нам придумать? Чтобы здесь упор был. Так. Ну ладно, сейчас подумаем. Так, вот так мы, наверное, сейчас сделаем. Это сюда будет выхлоп проходить. Через эти отверстия попадать вот уже сюда. Ну там несколько раз. Да. Конечно, тяжелое это все, наверное, будет. И мы сейчас трубки. А что вам трубки? Мы сейчас ее сделаем с жестиной. Все. Yeah.
какая он под пироском. Стаканчик приварили. Последняя часть остается. А, по сути шпилька не нужна, получается. Ну что, лишний не будет для стяжки. Вот такой резо-мега-резонатор получился. Сюда. Короче, вот выхлопные газы будут идти отсюда, попадая сюда. Там напрямую идет трубка внутри, вот где-то до сюда доходит. Тут получается банка внутри. Возвращается, тут заглушено вот. Возвращается обратно, там перегородка внутри с дырками. Сюда, и потом выход газа выходит вот сюда. И тут уже по вдоль глушителя вот уже и наружу попадает. В общем, вот такая, такой круговорот. Снимай. Вот такая вот система. Вот раз. Штучка. Ну здесь подрихтуем, чтобы нормально входило. И на два болтика. Вот здесь я не знаю. Дыры хаотично насверлены, блин. Сейчас я, наверное, немного позаварю, что-то не нравится мне вся эта конструкция. Ну вот, такие получились резонаторы. Сделали мы их. Дырочки все эти позаваривал здоровые, насверлил 7 по 7 штук на 4. Примерно как и на родных. Я думаю, будет нормально. Все, сейчас будем сами глушители варить. Вот такие говнястые все. Это тоже мясо, блин. Капец, помню, короче. Ладно. Пойдем варить. Все. Вот такой глушак. Сейчас останется второй. Заварить. Показать здесь мы. Нормально? Ты прет. Стал хмом, блядь. Прихватили глушитель по месту. Не стало ничего тут уваривать, пока намертво все. Заварил здесь крепление. Ну, блин. Сейчас снимаем и обвариваем. Получилось прям красиво, мне самому нравится. Ну вот, наконец глушаки на месте. Осталось теперь завести, послушать их звук. Получилось классно. На моторе бы вообще смотрелись круто. Конечно, они маленько пожеванные, но тем не менее это Ява. Сейчас заводить будем. Пробовать. Ну вот, наконец мы дождались долгожданного запуска. Все, подкачиваем вот сейчас. Смотри на карбюратор. Зажигание. Первый раз посмотрю. Вот только карбюратор подкачал. Посмотрим. Ты еще горшки бы не перепутал. Зажигание тут вот такое.
реакции 0. Так, все понятно. Так, вот так у нас получается. Тут, правда, подсвечник я не нашел. Завтра пороют, найду. Так. Все, поехали. Сцепление как рвет и мечет. Да, сцепление еще не работает. Папа, глушак сидит. Где? Да, это там. А тот реже. Вот по бусу и по духу. Он бы-бы-бы-бы-бы. А это звали редко. А это у нас колокольчики это. Неправильно мы сделали. Пока. Завтра будем испытывать.